Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые любители классической музыки! Сегодня в рамках нашего онлайн-марафона мы играем для вас симфонию Людвига ван Бетховена номер 2. Напомню, что в этом году исполняется 250 лет со дня рождения великого композитора, и в программах нашего симфонического оркестра будет звучать музыка Бетховена. Симфония номер 2 написана в 4 частях, имеет тональность ре-мажор. Она была написана в 1802 году в пригороде Вены, который называется Галлигенштадт. Бетховен любил там проводить летнее время, и эта симфония, она наполнена звуками природы, радостным ощущением и впечатлениями от жизни композитора. Как я уже говорил в прошлый раз, все симфонии Бетховена, многие его фортепианные сочинения, квартеты, фортепианные концерты, они имеют посвящение. И если вы помните, я говорил о том, что не всегда это посвящение носит, ну скажем так, бескорыстный характер. Как правило, свои произведения Бетховен посвящал тем людям, которые оказывали помощь в его существовании. В частности, симфония номер 2 посвящена великому меценату, выдающемуся деятелю, политическому деятелю того времени, князю Карлу Лихновскому. Надо сказать, что фигура этого замечательного человека, она была очень тесно связана с миром искусства. Князь Лихновский осуществлял помощь и поддержку выдающемуся, уже выдающемуся на тот момент композитору Вольфгангу Амадею Моцарту. После смерти Моцарта его внимание было переключено на творчество Бетховена, который уже в 30 лет зарекомендовал себя как один из величайших мастеров своего времени. Отношения Лихновского и Бетховена, они не были безоблачными. И в 1806 году состоялся разрыв между этими двумя людьми. А все заключалось в том, что в 1806 году Вену заняли войска Наполеона. И, как ни странно, многие из крупнейших военачальников были распределены по семьям на постой, причем по семьям князей, графов, дворян. И один из крупнейших военачальников с его свитой как раз-таки квартировал во дворце князя Лихновский. И мы все прекрасно знаем, что Франция очень изысканная страна. Французы очень взыскательные люди. И в один из вечеров, в один из торжественных приемов в честь победителей князь Лихновский решил угостить своих гостей творчеством Людвига ван Бетховена, а на тот момент Бетховен как раз-таки проживал в его дворце. Конечно, такое предложение вызвало бурный протест у композитора. Он разорвал все взаимоотношения с князем Лихновским. И для своего творчества, конечно, это имело очень большие последствия, потому что Лихновский, он являлся одним из трех меценатов, которые оказывали материальную поддержку композитору. Сегодня мы будем играть для вас симфонию номер 2. Симфония очень яркая, очень жизнерадостная. И в своем музыкальном материале она также близка к музыке одного из учителей Бетховена, Йозефа Гайдна. Итак, мы начинаем. Добро пожаловать!
Thank you.
Thank you.